Азербайджан в 2018 году занял 69-е место среди 140 стран в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом. При этом по сравнению с прошлогодним рейтингом страна улучшила свои позиции по следующим индикаторам – инфраструктура, общественные институты, потенциал ИКТ, рынок труда, динамизм бизнеса. Отличие данного отчета заключается в том, что он подготовлен на основе новой методологии. Последние 4 года в Азербайджане наблюдается заметное продвижение в данной сфере. По многим индикаторам страна получила достаточно хорошие оценки. Отметим, что изменения в методологии, разработанные с учетом глобальных трендов, были настолько серьезными, что ВЭФ назвал ее методологией нового поколения. По словам Неджата Гаджизаде, Азербайджан также сохранил свои лидирующие позиции в таких индексах, как динамичность бизнеса, доступность бизнеса, начало бизнеса и предпринимательские риски. Хорошие показатели по индикаторам бизнеса свидетельствуют о том, что в стране проводятся системные реформы. Кроме того, учитывая индексы рейтинга Всемирного экономического форума, Азербайджан находится в числе стран с высоким показателем в области социального равенства. Все это стало возможным благодаря реформам, осуществляемым под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. И в предстоящем году мы постараемся проводить конкретные реформы, соответствующие индексам, индикатором на основе новой методологии Всемирного экономического форума. По данным рейтинга, доля Азербайджана в мировом ВВП составляет 0,14%. Отметим, что в 2017 году страна заняла 35-е место среди 137 стран в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности. Медина Гурбанова, Наиб Каджиев, CBC.